Добрый день всем любителям второго Старкрафта. Вас приветствует Алекс007. Ладно, гитарку мы отложим, ребята. Гитарку мы откладываем. И это мне нравится. Хорошая песня. Ее можно послушать там в описании. Ссылочка на мой канал с музлом. И мне надоело, что все считают, что я хейтер Алекса 007, самый главный хейтер, да-да-да. Нет, ребята, не все поняли сути моих видео о том, что я там в них разбирал, что показывал. Но это не важно, много кто понял. Давайте сделаем что-нибудь хорошее, да? Поставим лайк, например, мне на видос, но это ладно. Давайте сделаем трек про Алекса. И весь трек будет состоять из звуков, синтезированных из голоса Алекса. Можно синтезировать звук, любой звук из любого звука, если вы понимаете, как это делать. Поэтому погнали. Ну, возьмем его коронную фразу с любого из его видео. Добрый день всем любителям второго Старкрафта. Вас приветствует Алекс007. Немного посэмплируем, чтобы у нас была эта фраза в разных тональностях и можно было сделать разные звуки. Нормально, мне кажется, я уже знаю, что с этим можно сделать. Накидаем мелодию. Предлагаю вообще использовать классику. Надо сделать бас из этого звука. Так, теперь мне придется жестко ресэмплировать весь этот кусочек, чтобы сделать из него кик. И вот что вышло. Уже хорошо, но надо эффекты и качество. Трещоточку я делал из развернутого сэмпла голоса. Осталось придумать, как из этого сделать более сочный и обширный звук. Захват не захватывал мои плагины, поэтому я вам показываю просто, что я накидал сосисочных всяких усилителей на Алекса, и вот что у нас получилось. А вот так это звучит вместе. Уже хорошо, но стоит добавить еще сочности. Короче, осталось раскидать громкости, свести все это, замастерить, и что у нас вышло. Добрый день всем любителям второго Старкрафта. Вас приветствует Алекс007. Всем любителям второго Старкрафта. Вас приветствует Алекс007. Добрый день всем любителям второго Старкрафта. Вас приветствует Алекс007. Добрый день всем любителям второго Старкрафта. Вас приветствует Алекс007. Алекс 007.
Ой, отправьте просто это Алексу.